Борщ. Как зовут? Борщ. Борщ? Степан Борщ Николаевич. Да? Хохол, что ли? Да. Бывший, опрусевший. А что здесь-то делаете? А живу здесь, на улице. Прямо здесь? А? Прямо здесь? Здесь, на помойке, у Макара, там Макар сейчас на спутке на трубу. Помоги немножко смело. А что случилось-то? Где, где жили-то раньше? Куда потеряли? 26 лет сидел. 26. Отбыл. Одна охотка, что ли? На полосатом режиме был, на особом. Ага. Все понятно. Слоги усиленные, это я всего прошел давно в молодость. Я сейчас на особом от 26 лет. Универсил-то. Мне вообще похуй. Вот сейчас, сука, два ДПСника подошли. Они меня даже не трогают, они уже знают меня. Что-то ДПС... прямо так и называют, борщ? Борщ. Они даже не трогают. Они только говорят, не валяйся, вставай, сядь, хотя бы присядь. Они меня не трогают. Мне ни в усра, ни в воде, никто, блядь. А так, за какую власть вообще? За царя, за Путина, за кого-то? За Путина. Ну, куда? Путин-то молодец, он вытащил страну-то вообще нормально. Конкретный чувак, да? А анекдот-то знаете какой-нибудь, нет? А анекдот-то, вот, к сожалению, не знаю. Я за Путин. Порошенко вот этот мой, блядь. Порошенко его зовут. Он нахуй. Сейчас сам Зеленовский, блядь. Хуёвский. Я грузина туда протаскивал. Через границу, блядь. Грузин, блядь, со спецслужб. Он не мог проехать. Когда бомбили вот это, громили, это, жгли их когда-то, грузин со спецслужб приехал, меня нашел, я его давно знаю. Протащи меня через Украину. Я, говорит, проехать не могу. А раньше-то кем были? Я? Да. Аксидельцы. Нет, до сиделки. До пересидки. Ну, водителем работал. А, водителем? На КамАЗе ездил. А? На КамАЗе. Статья-то что, тяжелая? А? Статья-то тяжелая? А к татарам к мне приехали, блядь. Татарская группировка, слышал раньше? Угу. В 80-х годах, это в 90-х, татарва приезжают ко мне на двух восьмерках. Раньше, блядь, такой системы не было, немножко поуже было. Татары мне с набережной в Черновск заняли приезжали. А там они не разговаривают, сбитыми. Заходят в офис должников. Они не разговаривают. Сразу, да? Они уебут. А потом говорим сюда. Отморозки кончатся. Вот с ними я и говорил. Но они мне приятели мои. Что сделал сейчас? Нет. Ну а пенсию-то дают, не дают? Не, нет? Мне на оформление. Так в приют какой-нибудь? Ничего, не пробовали? Куда-то на Таборску буду суваться к зиме ближе. Сейчас пока падают, да? Понятно. Замкарта болеете? А? Замкарта болеете, да? Не, я не больной, не всех не болею. Я болею, нахуй. Ну ладно, все, давайте удачи там. На обратном пути увидимся.